Он был бы прекрасным певцом, он был бы прекрасным художником. Он был бы, он может все сделать, просто из ничего создать красивую какую-то скульптуру. Он вообще разнообразно талантливый человек. Семья для Михаила Державина всегда играла особую роль. Брак с певицей Роксаной Бабаян III в судьбе Михаила Михайловича. При этом Державин сохранил хорошие отношения и со своими бывшими супругами. Ну, я хочу сказать, что Михаил Михайлович, он очень, так сказать, скупой на комплименты. Он человек очень крайне деликатный, он никогда не будет рвать себе место под солнцем. Ему ничего не стоит подыграть актеру с любому. Он никогда не говорит, что я, звезда, мы, вот эта такая фанаберия, вообще она не присуща нашей семье. И я многому у него как бы учусь, потому что у него есть поразительно, он все-таки более полувека на сцене, 51 год, как он уже на сцене. Это, в общем, срок такой в разное время, причем он жил в театральной, я имею в виду, и с разными артистами, с разными режиссерами, имел соприкосновение с уникальными режиссерами. Я думаю, что Михаил Михайлович по праву называется действительно блистательной звездой нашего Олимпа.